Мир Трутмай, вы на канале Crypto Commons, и сегодня у нас бегленький обзор по ситуации на рынке. Смотрим Crypto Bubbles, что мы тут видим? Все альты зеленые, по 30, по 50, по 100, по 200%, поэтому не знаю, скептики в комментариях, которых я вижу, пишут, что где альт-сезон, когда все начнет расти. Блин, чуваки, протрите монитор, перестаньте торговать на минутных графиках, потому что там-то понятно, что все падает. Все растет, кроме доминации биткоина, что, собственно, и хорошо для альткоинов, как вы понимаете. Потому что доминация падает, это значит, что доля биткоина на рынке уменьшается. И как мы видим, что доминация падает, падает и пока останавливается вроде бы и не собирается. Посмотрите, вот здесь вот по индикатору Market Cipher, нашему любимому, бесплатная, кстати, версия индикатора Market Cipher, который вообще платный, это индикатор CryptoFace. Если вам интересно, посмотрите видеоурок по нему, сейчас появится сверху. Все было наглухо в желтых иксах, посмотрите, это значит, что манипуляция и отскок разворотом и не пахло, который вот здесь и здесь, вроде бы все в диверах, опять же в зеленых, посмотрите, то есть вот-вот мы отскочим. Но тем не менее Money Flow индекс красный, здесь зеленого не наблюдается, и здесь желтые иксы, что сигналит нам о дальнейшей манипуляции. И как мы видим, что мы снова делаем вот так, отвергаемся от вот этой нисходящей трендовой и улетаем дальше вниз. Но, естественно, в какой-то момент, как минимум в краткосроке, ребята, эта тенденция прервется, и мы увидим сильный отскок. Что я думаю лично? Мы сейчас либо просто полетим to the moon по альтам, и это сделает вот так вот, и потом мы увидим сильный отскок, как минимум, перед, может быть, консолидацией, или продолжение даже снижения доминации. Либо мы прямо сейчас увидим этот сильный отскок, но потом я все равно жду продолжения снижения, даже если после какой-то изнурительной консолидации, возможно, что летом альтсезон поутихнет. Это лично мое мнение, не финансовый совет, дисклеймер, я просто чувак из интернета, я могу оказаться неправ, и если вы сольете все свои деньги, то я не виноват. Но смотрим. На более отдаленном таймфрейме, на дневных свечках, мы видим, что да, мы видим с вами, что альт-сезон в самом разгаре, потому что так низко по доминации биткоина, ниже 50%, мы с вами были только в 2017-2018 ГГ, когда, собственно, и был самый мощнейший альт-сезон того предыдущего бычьего рынка. Так что всем альтузимунерам большущий респект, терпение и выдержки, потому что будут обязательно отскоки дохлых кошек. Но судя по тому, какое сейчас количество альтов на рынке и как себя показывает альт-сезон индекс, который, кстати говоря, только буквально вчера показал, что это не только альткоин месяц, но и альткоин год. Вот, видите, он показывал еще вчера или позавчера, я не помню, что это был не альткоин год еще, потому что не 75% альтов перегнали биток, но сейчас мы уже видим, что 75% перегнали биток. Вот эти альты люто иксуют, лучше в них сейчас не входить уже на таких иксах, лучше присматриваться, на мой взгляд, к этим дешевым альтам, стопудовым, которые все еще даже не обогнали биток. Сейчас за год это ETC, Litecoin, Zcash, Bitcoin Cash, Algo, Dash, Crypto.com, Leo, EOS, Tezos, BSV. Но эта штука меняется все время, смотрите за ней. Ссылку на альтсезон дам в описании. И также посмотрите мой лайвстрим подробный про этот альтсезон, который сейчас тоже у вас появится сверху. Вот. Ну, по факту, да, вот что мы здесь видим, что биток за год набрал 476%, вот эти все альты набрали больше процентов, а вот эти альты меньше, поэтому делайте свои выводы сами. Эфир, ребята, что еще хочется отметить? Про эфир что-то вообще никто ничего не говорит, да, ну, кроме того, что у него адски дорогие комиссии, и все переходят на Binance Smart Chain. Тем не менее, эфир у нас переписывает свой очередной all-time high, посмотрите, и вплотную приблизился к отметке в 3000. По Poloniex мы были уже на 2993. Три примерно, ну по другим биржам, я думаю, плюс-минус так же. Короче, 3000 мы потрогали, ребята, это просто сносит мне крышу, и не только мне, но и это скоро снесет крышу вот этому графику, вот этому экрану, потому что крыша здесь на уровне 3200, и дальше что произойдет, вы знаете, дальше нужно будет делать вот так, или нажав на кнопку авто на TradingView, вы увидите, что происходит вот так. И эфир улетит, мое личное мнение, что эфир сейчас улетит резко на 4000, а потом может быть и на 5, потому что здесь все пофиксят сейчас его, уже многие пофиксили, и вот здесь, понимаете, кто не верил в рост. И так обычно себя и ведут графики, вот это все станет прямой линией, то, что мы сейчас видим, и мы улетим куда-то вот сюда, скорее всего, и тут все опять впадут в фом и начнут скупать эфир уже по 5, по 7 тысяч баксов, и потом начнется, возможно, медвежий рынок, либо еще какая-то консолидация перед, если там, следующим забросом. Возможно, что в этом бычьем рынке, кстати, мы увидим эфир еще выше.
какой-нибудь пятизначный. Возможно, вполне возможно. И то, что эфир обгонит биткоин по капитализации, возможно, тоже возможно. В 2017 году, в начале 2017 года, когда биток стоил еще примерно 1000 всего, а эфир уже там стоил баксов 300-400, и он приближался вплотную к капитализации биткоина, но потом биткоин от него оторвался, потому что доминация начала отрастать, и альты начали падать. Поэтому не финансовый свой дисклеймер, возможно, возможно. А дальше вы принимаете решение сами. Но какие еще более вкусные альты мы можем рассмотреть из старых стопудовых фишек, которые, у которых видно историю на графике? Я думаю, вы прекрасно это знаете, ребят. Все, кто не купил вот здесь эфир по 300 баксов и жалеют сейчас об этом, посмотрите на график Dash USDT. Я буду вам повторять это каждое видео, пока вы все его не купите и не нарубите крышесносных иксов. Посмотрите, то же самое, чуваки. Предыдущий all-time high 1600. Сейчас мы можем купить его по 300 баксов. Дальше будет вот что. Можете не сомневаться. Это Dash. Это не какой-то скам говняный. Это реальная криптовалюта, у которой монет меньше в 10 раз, чем биткоина. Чтобы ее запампить, я вам уже сколько раз это повторяю. Посмотрите, у эфира капитализация 330 миллиардов и 115 миллионов монет. У Dash капитализация 3 миллиарда и всего 10 миллионов монет. Guys, чтобы его запампить на 10 иксов отсюда, нужно всего 27 миллиардов. Это ничто. Это меньше 10 части эфира и меньше, это 40-я часть битка примерно. Так что смотрите, плюс это реально рабочий продукт, в отличие от миллиона вот этих вот монет, которые фармятся там где-то там в дефаях, шмифаях там или просто какие-то скамы. У них фундаментала особого нету. Поэтому Dash, Digital Cash. Поэтому дальше, смотрите, что. Я еще нереально побычно настроен на Tron сейчас. Как бы ETC тоже, кстати, норм иксует, эфир классик. Ну, вы знаете все, наверное, мои прогнозы, кто меня смотрит. Кто не знает, посмотрите обязательно предыдущие видосы, альтстримы. И подпишитесь на наш второй канал Crypto Commons. Ссылка на него в описании, потому что там тоже очень много интересного всего, в том числе переводы. А также, guys, реально, никакая это, кстати, не реклама, это я от себя вам говорю. Все спрашивают, как выводить на карту, как заводить, там, мимо Binance, мимо без KYC. Просто на Binance-то вы светите свои три задние цифры, а тут не светите. Это мой любимый обменник FastChange, ссылка в описании. Всем рекомендую, пользуюсь им с 2015, по-моему, 16 точно года. Все тут супер ровненько, много криптовалют, много банков России, Украина. Это именно для территории СНГ. Можете выводить и USDT, TRC-20, и Dash, и Litecoin. Coin, и Neo, и хоть Dogecoin, и Bitcash, что хотите, Ripple, Kiwi, Alpha, Сбер, все дела. Быстрая клиентская поддержка, здесь удобный чат, сразу же отвечают, все разруливают, даже если больше им случайно отправите, возвращают обратно. Так что офигенный обменник, сам пользуюсь, всем рекомендую, очень классный быстрый обмен. Вот, поэтому еще раз говорю, ETC хорошо очень пошел, посмотрите, но на самом деле это только начало. Все, кто сейчас будут тут фиксировать прибыль, кто купил там по 4 доллара или по 7, они тоже поступят зря, потому что что было с эфиром, вы видели, а эфир классик — это и есть эфир настоящий. Если вы погуглите историю, то эфир классик — это настоящий эфир, а эфир, который сейчас торгуется по 3000 баксов, это форк. Поэтому на эфир классик очень побычай настроен в долгую, потому что это подлинник. Биткоин кэш тоже, кстати, круто отскакивает на этом фоне альтсезона. Но смотрите, что еще. Я очень побычно настроен на Tron сейчас и на Ripple. И, в принципе, и на Stellar тоже. Но давайте по порядку. На Tron. Почему? Потому что вон он как улетел. Кажется, что все. А на самом деле Tron к биткоину, посмотрите, он еще очень-очень далеко от своего all-time high. Вот у него all-time high был. И вот он где сейчас. То есть он все еще вот только-только здесь дивера, и он выходит из зоны накопления. Он все еще в зоне накопления. А по Трону, как вы знаете, сейчас очень-очень бычья история. Это, конечно же, в первую очередь TRC-20. Стандарт TRC-20, на котором сейчас самый популярный USDT. Я думаю, многие из вас, кто считают свои денежки и экономят, не хотят платить по 20, по 30 долларов USDT на ERC-20 на эфире, да? И Omni USDT вообще уже пропал, сайдчейн биткоина. Поэтому многие пользуют USDT TRC-20, где комиссия от 0 до 1 доллара. Соответственно, это очень бычий расклад, тем более BitTorrent токен уже улетел там на несколько тысяч процентов, да? А Tron еще не улетел. Поэтому не финансовый совет, дисклеймер. Я не очень люблю Джастина Сана и Tron, но я думаю, что этот токен хорошенько улетит, тем более он как бы сейчас много децентрализованных бирж на Троне и всего остального, так что я набираю Трон потихонечку. И также я очень побычно настроен на Стелларчик. Стелларчик к биткоину, посмотрите, он опять же все еще находится в зоне накопления, а по сути Стеллар, если вам известно, это децентрализованный Ripple. То есть это чуваки, которые откололись от команды Ripple,
Примерно так же, как Лурк Мори откололся от команды русской Википедии, которую они называют Педивики. Но это уже совсем другая история. Опять же, всем рекомендую. Я считаю, что через призму юмора, через призму шутки всю правду как раз можно и донести. Знаете, как шут, который при короле был всегда, он как бы знал всю-всю движуху и государственную тайну и все остальное. Поэтому Лурк Мор — это офигенный сайт. Круче, чем Педивики, как они сами называют. И здесь есть офигительнейшая статья про биткоин. Я оставлю ссылку в описании. Обязательно ее прочитайте. А также у них очень крутая статья про биржу. Я думаю, вам тоже будет очень интересно почитать, если вы ее не видели. Короче говоря, почитайте. Мега ржака и офигенная тема. Так что Stellar, еще раз говорю, это децентрализованная версия Ripple, и она все еще не улетела. Посмотрите, она находится в зоне накопления, и цели у нее очень даже хорошие к биткоину, там 5-10 иксов как минимум, до переписывания all-time high, а дальше еще выше. Осознайте то, что мы в конце медвежьего рынка по альтам к биткоину. Просто берите старые стопудовые альты к биткоину, держите, и будет вам профит. Будет вам профит. Тоже касается и Zcash, и Litecoin, и Monero, и всего-всего-всего. Если для вас вот это вот хаи, Litecoin BTC, то мне кажется, вы просто вам надо телевизор перевернуть. Посмотрите. Вот, вот так вот тогда переверните график, тогда это будут хаи. Окей, тогда шортите. Но тогда шортите шортунов, шортите продавцов, понимаете, что я имею в виду? Покупайте, потому что это все равно будет падать в вашем случае, но только это называется расти, если вы перевернете монитор. Поэтому не знаю, гайс. Теперь касательно бирж. Почему на разных биржах счета? Да потому что, смотрите, на Binance удобно торговать альтами. В кросс-марджине вы можете собрать портфель из альтов. Вот так же, например, как я делаю сейчас в кросс-марджине на Binance. Альты к биткоину. Для этого вам нужен Binance. На худой конец Poloniex, на котором меньше альтов к биткоину в марджине, но зато удобнее панелька, вы можете здесь торговать, вы будете видеть свои позиции. Ну вот у меня они сейчас все закрыты, поэтому вы их не видите. Тоже очень удобно это делать. Теперь те, кто торгует альты к доллару. Femex, замечательная биржа. Здесь достаточно много ликвидных альткоинов, и также можно торговать золотом. Вот у меня набран лонг по золоту, я его держу уже месяц. Фандинг уже сожрал половину профита, но профита еще нету, поэтому я сейчас буду добирать золото, когда закончатся выходные, чтобы не висеть, платить фандинг. Под открытие торгов я возьму, наверное, мне кажется, золото гопанет наверх. Bybit. Замечательнейшая биржа, вот я тут держу лонг по Ripple, разгружаю потихонечку, уже оставил совсем чуть-чуть, ликвидация очень далеко, стоп снял, поэтому верю в ту The Moon Ripple, несмотря на то, что не люблю Ripple. На Bybit проводятся 7-дневные состязания, и вы можете в них участвовать, просто имея на балансе в любой криптовалюте от 0.01 BTC, то есть, в принципе, я думаю, доступная многим. И он считает ваш PNL, вот я особо не торговал, он мне посчитал в прошлом забеге по Ripple PNL вот такой вот, и я занял 827 место, но в целом там, на самом деле, призов дофига, даже в первой сотке и даже ниже, по-моему, там призы. В общем, если так активно торговать, я просто активно не торговал, то можно и что-то нарубить, там хорошие призы присылают. Плюс тут есть новая тема, Boost Balance, баланс бустер. То есть вы можете стейкать свой баланс в BTC и в USDT под 3-8% годовых, при этом торгуя этим же балансом, торгуя. То есть они у вас не залочивают средства, а вы можете реально ими торговать. Это очень круто, если вы держите тезер на Bybit, подписку в следующий раз, когда они включат, вот 6 мая, включите подписку, и он будет вам нести 8% годовых, плюс вы можете торговать этими же средствами. Нереально круто. Ну и на бирже Dudex хочу вам напомнить уникальнейшая вообще фича. Они ввели теперь нулевые комиссии на все пары к USDT. У них пока всего три пары. Это Bitok, Ether и Chainlink. Но скоро они добавляют Ripple и еще всякие альткоины. И у них будут нулевые комиссии. То есть если вы открываетесь по рыночной заявке, то вы не платите ничего. Ну, платите фандинг, конечно же, либо вам платят фандинг, смотря в какую он сторону, кто кому башляет. Но, грубо говоря, вот если вы сейчас откроете сделку, то вы по market fee не заплатите ничего. У вас RPNL будет сразу 0. Это очень удобно для тех, кто скальпит, кто много торгует. Но хочу обратить ваше внимание, на Дудексе происходят вот такие вот сквизы. Видите, тут эфир ходил уже на 3500 и вернулся обратно. Так что аккуратнее, ставьте стопы, тейки. Опять же, это можно сыграть в вашу сторону, если бы вы встали в лонге, здесь у вас был take profit, и тут вы зашли обратно в шорт. Это на самом деле бесценные сквизы, если вы с головой понимаете, что это делаете. Ну а если вы не понимаете все, что я вам сейчас говорю, для вас это очень сложно, посмотрите мои уроки в плейлисте по биржам, как торговать, как зарабатывать на рынке, как купить биткоин. Вот, все они есть в плейлисте у нас на канале. Ну а я желаю вам всем большущего профита. Подписывайтесь к нам в телегу, подписывайтесь на канал, если вы еще этого не сделали. С вами был Флалала, он же Гриня. И до следующей встречи, пока.